каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. В ближайшее время в регионе будет сдан очередной дом, строительство которого велось в Южном микрорайоне по программе переселения из ветхого жилья. В Минстрое Тувы и мэрии Кызыла это называют событием, поскольку домов такой квадратуры в республике не возводилось уже давно. Площадь квартир в новом доме колеблется от 11 до 44 квадратных метров. В ведомстве признаются, что дом можно было бы сдать даже раньше апреля. Однако сейчас ведется документальная работа по его сдаче, в ведомстве ожидают разрешения на ввод в эксплуатацию. Девятиэтажный красавец общей площадью 8,2 тысяч квадратных метров уже почти закончен. Когда в апреле введут в эксплуатацию 255-квартирник, на Московской показатели выполнения программы переселения в республике возрастут с 52% до 64%, а реализация ее продолжится и дальше. В Минстрое региона уведомили, что в 2019 году будут введены 13 многоквартирных домов общей площадью более 24 тысяч квадратных метров, в которые будут переселены 665 семей или около 2000 человек. Полицейские Кызыла пожелали подросткам каникулы безопасности. В управлении МВД Кызыла было проведено ставшее уже традиционным мероприятие — встреча с так называемыми проблемными детьми, то есть с несовершеннолетними, состоящими на учете подразделения по делам несовершеннолетних. Встреча проводится перед каждыми каникулами с целью профилактики разных правонарушений и преступлений, совершаемых как самими несовершеннолетними, так и в отношении их. Главная цель организаторов – углубить правовые знания детей, закрепить практические навыки и по правилам поведения в экстренных и чрезвычайных ситуациях, проинформировать об ответственности за совершение преступлений. Как практика показывает, с потеплением температурного режима и наступлением каникулярного времени дети становятся либо же жертвами преступлений, либо же сами становятся участниками противоправных деяний. И наша встреча была организована, чтобы предотвратить со стороны несовершеннолетних подобных фактов. На первом этапе встречи выступил заместитель начальника управления МВД Кызыла. Представитель правоохранительных органов рассказал подросткам о криминальной обстановке в городе. Также детям еще раз были озвучены требования комендантского часа в столице Тувы. И нам бы хотелось, чтобы в каникулярное время, как все, как ваши родители, там в том числе и вы, знали все нормы законодательства, которые касаются именно несовершеннолетних. Это прежде всего, первое, это наш комендантский час нашей республики, то есть после 10 часов вечера, 22 часов, вы без сопровождения взрослых не должны находиться на территории города. Это очень важно, потому что в этот момент как раз совершаются самые противоправные действия на территории города, чтобы вы были не задействованы. Случаев, может быть, есть и есть, мы рассматриваем на комиссии по делам несовершеннолетних очень много, и именно связано с нарушением именно этого комендантского часа. Всего по состоянию на начало марта текущего года на профилактическом учете отделения по делам несовершеннолетних состоит 199 детей, из них осужденных 25. Приглашенные гости также призывали подростков к законопослушному поведению, напомнили им, что во время каникулов они могут посещать кружки, различные секции, действующие в школах. Они будут функционировать и в период весенних каникул. На втором этапе встречи подросткам были продемонстрированы фильмы о вреде наркотиков и различных психотропных средств. В завершение встречи сотрудники полиции и приглашенные гости пожелали собравшимся подросткам набрать на каникулы энергии, здоровья, а самое главное – без происшествий. Подавляющая часть населения России недовольна состоянием окружающей среды. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института экологии. Качеством воздуха больше всего недовольны на Урале, в Западной и Средней Сибири, а также в Москве. Лишь 1% населения довольны состоянием экологии в регионе проживания. Еще 5% признают наличие проблемы, но считают ее несущественной. Передает Интерфакс. 94% опрошенных отметили, что в стране остро стоит проблема с загрязнением окружающей среды. –
Негативное влияние загрязненного воздуха отметили 91% жителей Москвы. Больше всего недовольных также оказалось в Туве, Красноярском и Забайкальском краях, в Астраханской, Кемеровской, Липецкой, Омской и Челябинской областях. На проблемы с питьевой водой пожаловались во всех федеральных округах России. В Центральном – 59%, Приволожском – 60%, Уральском – 60%, Южном – 60% и Северокавказском – 63%. При этом ситуацию с полигонами бытовых отходов 83% респондентов оценили как плохую или критически плохую. Из более чем 60 тысяч школьников Тувы отдохнуть в лагерях летом смогут около 22 тысяч. Сегодня Миноборнауки региона представил отчет о ходе подготовки к летней оздоровительной кампании детей. По данным министерства, республика потратит в этом году на летний отдых детей почти 144 миллиона рублей. Увеличение финансирования позволит предоставить дополнительные путевки практически по всем основным направлениям отдыха. Так, расположенные на территории республики лагеря смогут принять за сезон более 19 тысяч человек. Количество путевок во всероссийские детские центры также вырастет с 401 до 412. Исключение составляют санитарно-курортные учреждения. В 2019 году здесь могут отдохнуть 2500 детей. Глава Тувы потребовал обратить особое внимание на организацию летнего отдыха детей с трудной жизненной ситуацией. Таких приблизительно 15 тысяч, в том числе около 300 подучетных за правонарушение. Вот о них надо позаботиться отдельно, чтобы не бродили сами по себе, не болтались где попало, были заняты, накормлены, одеты, обуты. Дело нужно так поставить, чтобы за каждого из них было с кого спросить индивидуально. Конец цитаты. По словам министра Татьяны Санча, к лету в республике должны быть подготовлены в общей сложности 195 лагерей, в которых отдохнут более 19 тысяч детей. Кроме того, с прошлого года Миноборнауки начал практиковать работу временных досуговых центров для подростков, которые остались вне организованного отдыха. В 147 таких ВДЦ минувшим летом были заняты более 6 тысяч детей от 6 до 18 лет. Среди особенностей нынешней кампании министр отметила введенное с этого года требования об обязательном лицензировании медицинских кабинетов при детских лагерях отдыха. Чтобы получить лицензию, они должны быть укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. Часть медкабинетов уже оснастили соответственно стандарту. С остальными работа будет завершена до начала летнего оздоровительного сезона. И о курсах валют. Доллар на сегодня составляет 64 рубля 49 копеек, евро 72 рубля 92 копейки. Кызыл, встречай московскую ярмарку верхней одежды. Мужские и женские куртки по оптовым ценам. Размеры до 72-го. Торопитесь. ЦУМ, цокольный этаж.
29 марта в Кызыле состоится региональный этап международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Конкурсанты прошли непростой путь от выбора произведений и регулярных репетиций до победы в районном туре. Скоро трое из них представят свой регион на финале в Артеке. Участники конкурса – ребята от 10 до 17 лет, которые не просто любят книги, но и с удовольствием делятся прочитанным со сверстниками. По условиям конкурса нужно выбрать отрывок из произведения, которые не входят в школьную программу. В помощь школьникам в официальной группе конкурса регулярно публиковались списки книг, которые можно выбрать для участия. Кроме того, в ноябре прошлого года в библиотеках и книжных магазинах по всей России прошла неделя живой классики. Таким образом, ребята познакомились с подборкой лучших подростковых книг. В этом году конкурс «Живая классика» проходит в 8-й раз. Ежегодно в нем принимают участие 2,5 миллиона подростков со всего мира. Насмотря на долгий путь к победе, в 6 этапов – классный, школьный, муниципальный, региональный, всероссийский финал и суперфинал – на Красной площади конкурс пользуется большой популярностью среди читающих школьников. В 2019 году конкурс «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. Второго марта 2019 года в Республиканской больнице номер 1 состоялось расширенное заседание Обществ неврологов и реабилитологов Тувы. Были представлены доклады на различные темы по диагностике, лечению и реабилитации пациентов. Например, доклад главного внештатного невролога Минздрава был посвящен новому республиканскому проекту «Борьба с болезнями системы кровообращения в Республике Тыва». Проект, реализация которого намечена на 2019-2024 годы, предусматривает оснащение первичного сосудистого отделения и регионального сосудистого центра современным оборудованием, внедрение новых методов диагностики и лечения болезней системы кровообращения, обучение специалистов здравоохранения и многое другое. Информацию о новых методах лечения и диагностики острого нарушения мозгового кровообращения и рассеянного склероза по результатам материалов всероссийских и межрегиональных конференций представил заведующий неврологическим отделением Республиканской больницы. Нейропсихолог регионального сосудистого центра ознакомила участников заседания с современными моделями клинико-психологической помощи в здравоохранении, чему она обучалась на цикле постдипломного обучения в Санкт-Петербурге. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России. От Камчатки до Калининграда. Продлевать срок займа можно бесконечно. «Отличные наличные» – удобные условия по займам. По республике переменная облачность, ночью местами небольшой и умеренный снег. Днем местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Порывы до 13 метров. Местами порывы от 16 до 21 метра в секунду. В Кызыле переменная облачность, ночью небольшой снег. Днем без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью от минус 5 до минус 7 градусов. Днем от плюс 6 до плюс 8 градусов. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные, займы до зарплаты.